last year we did the first Tartar Village, which is like a very relaxed, like a rock concert, where everybody can come. Организация хорошая, формат такой замечательный, когда все по деревне ходят. Для стартапов все питчи, все помощь по подготовке презентации, все отлично, все супер. Конечно же, приехав сюда, мы сразу получили немыслимое впечатление. It's quite impressive to see the action and the many people and the energy, the level of energy. Absolutely, this is great. The key thing why we are doing it is the quality of companies. So we are not doing it for an event, we are doing it for the business, for the economy. So I think the most important thing about an event like this is building networks. To have people exchange lessons and best practices and learn from each other. Мероприятие по-настоящему значимо для нашей инновационной сферы, потому что не так много площадок, где могут встретиться потенциально необходимые друг другу люди. Очень удобно, что в одном помещении собрались и инноваторы, и инвесторы. Безусловно, важно получить обратную связь как от клиентов, так и от опытных инвесторов. For this, it's very important to have networks to finance, to real estate, to talent, to ideas, to markets. And that's really what gets built at an event like this, is networks. Well, I think what we see is a very strongly growing community here in Skolkovo. We see the physical community growing, we see the number of people and the sophistication of the people growing. Very cool people here, lots of very interesting startups. Да, пару интересных проектов приглядела, буду им писать, да, безусловно. There are people working on robots and radiation and space program. And now you're starting to see people who are making much more professional presentations, much more substantive arguments about what they're going to propose. Ну, конечно же, на этом мероприятии сложно. Сложно в том плане, что собрались разные категории, разные направления проектов. Предстоит убедить членов жюри, спонсоров, что внедрение инновационного топлива для ракеты – это важнее, чем еще что-либо. I was involved with Skolkovo as when it was a baby, when it was a strategy, when it was an idea, when President then was Medvedev. Now to see it come to fruition, come to life, it's amazing to see this much progress in such a short period of time. Впечатления самые позитивные, начиная от организации, заканчивая смысловым наполнением. Офигенное место, офигенно подготовленная организация, все очень, ну, качественно, я не знаю, какие еще подобрать эпитеты. Мы насладились, успели насладиться природой, прудом, шезлонгами, сейчас пойдем на какую-нибудь лекцию, послушаем интересные вещи. Для нас очень важно уже сейчас начинать думать об инновациях, потому что если мы сейчас не взглянем в будущее, мы не сможем достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Our capital is always in search of the best talent in the world, irrespective of what location they come from.
So we are here to look at companies which has to the potential, which have the potential to scale globally. Мы приехали сюда показать свою установку и заодно и посмотреть на других. Интересно посмотреть, чего мы добились за год, и посмотреть, чего наши коллеги добились за год. Подыскать настоящих хороших партнеров для развития нашего социально значимого проекта. Мы ищем именно новые идеи, информацию и так далее. Чего мы ожидаем? Ну, пиар, во-первых, да, безусловно. Мы хотим выйти в финал и заработать первое место. Я не ожидала, что мы займем второе место. Мы поделили второе место с другим стартапом. То есть это было неожиданностью, поскольку компаний было очень много, многие из них очень интересные. Все компании очень разные, каждая в чем-то очень интересна и очень сильна. И было немного неожиданно, что мы заняли второе место, но, безусловно, очень приятно. Это было удивительно, что мы пришли, победили в полуфинале, вышли в финал и победили в финале. Это было неожиданно, и мы верим в наш проект, нам кажется, что он социально значимый и действительно важный для людей. Но были также другие сильные интересные проекты, и то, что победили мы, мне это, видимо, на все воле Божьей, я подозреваю.